Привет, дружочек-пирожочек. Ну что, я думаю, разминочную. Сейчас на Варлоке сыграем. Нужно как-то вернуть этот грёбаный рейтинг. Поэтому я раскликаюсь, разомнусь на Варлоке, а потом думаю снова попробовать на Виктор Виверне. Потому что... Ну, нужно расширять свой пул. Так-то на Джакира я умею играть, но мне герой не нравится. Ну, не лежит душа к нему. Люблю Дизраптора, Варлока, Герокоптера прям очень полюбил. И сейчас будем развивать Виверну. А там не знаю, кого попробуем. Кого-нибудь попробуем. Но это будет позже. Надо сначала наиграть. Количество игр определенное. Так, ну пока ищется, давай традиционно попробуем чекнуть что-нибудь интересное. Ой, что-то. Ну, классика. Просто ищется быстрее, когда я захожу сюда. Это секрет Габена на самом деле. Хоть чтобы поиск был быстрее, займись чем-нибудь другим. Так, ну, тем временем я полная поддержка, да? Запретим, как всегда. Мирану, так, звук чуть погромче делаем, окей. Готово. Кого же мне запретят? Угу. Ладно. Удачи, молодые. О, Виктор Виверна. Прикольно. О, Пудж. Тоже прикольно. В скобочках нет. Вертел я на члене его. Сесац. Оу. Я надеюсь, он плохо играет на Пудже. Как посмотреть на парня? Что-то теперь не видно игр. У людей неудобно. Грустно и печально. Ну ладно. Я бы тебе ласт оставил, блядь. Рики центр. Нам пиздец. Ну смотри, контроль. Сайленс. Блин, ну у нас керри-то нету. Не надо вайда. У нас... Тракса это кто? А, понял. Ну его нафиг. О, БХ, аферист. Здрасте. Хуй знает, блядь. Да Тракса тоже без позиционки не особо. У нас нет героев, то, блядь, пиздатый позиционный Магнус. Все. Let's go. Я готов. Трахать сразу несколько котов. Лина, получается, мид будет, да? У нас будет стоять... Я даже не знаю, кто. Что-то я не уверен насчет Рики. Хотя... Как-то раз играл я с Рики. Тоже думал, что он плох, а он оказался хорош. Проблема в основном со сралком была этого. Слишком громко. Себя не слышу. Блять, разрались-то все. Всем здорово, ребята. Приветик, привет. Здорово, это медовая Лина, да, по-моему? Должна быть, да. По идее. Но не факт. Лина сейчас будет ебать карту бегать. Ну, проебем так проебем. Контроля, кстати, у них прилично. Чё, он обойти хочет? Let's go, обойдем. 30 секунд до начала сражения. А что можно ФБ сделать?
О, вижу пуджа. Не вижу препятствий, да? Надо бы съебать отсюда. Опасненько. Пизды могут дать. Битва начинается. Приличный. Ну, ждем кого-нибудь. Дать пару тычек. Хочется, да? Разменялись, получается, да? Бхамидер не поедет. Так, он меня, по идее, захукнуть может, да? Не хотелось бы, конечно. Магнус, братуха, соберись. Жир сейчас, я же, бля. Я просто третий не хочу качать. Через первый, второй, по идее, пиздец будем назад. Так, съем готом гусик, чекну. Так, это мы чекнули, да? Найс. Ну ладно. Отвлек белку, получается, ненадолго. Угу. Отвлечь, отвлек. Подлечим молодого. Ой-ой. Так, сейчас рунка будет. I'm under attack. Угу. Хорош. Хорош. Ну, я бы взял вот это. И... Блядь. Дай братуха, там гусик, пожалуйста. Спасибо. Дурашка. Ну и дурашка. А чё он какой шустрый-то? Понятненько. Ясненько, понятненько. Тут отвод, скорее всего, намечается, да? Но надо моего подхилить в любом случае. Thank you.
Ваш шар. На. Скушай тангусик, молодой. А вообще можно же убить тебя под башней? Можешь привести? Блять, сука, шестой левел, блять, ёба. Башню атакую. Сука. Давай я. Конечно, у меня хуй, а не шестой, блядь. У него шестой, блядь, а у меня хуй, а не шестой. На тебе так, блядь, ебало, блядь. И криты, нахуй, сразу же. Пиздец, ёб. Да, обидно, наверное, мужику. Так, надо... Подлечить надо, да? Угу. Ну ему вроде больно, да? Вроде больно, вроде неприятно. Так, отводик мы не успеваем сделать, да? Или успеваем? Блять. Ну да ладно, пойду рунку заберу. Чё бухтеть-то, можно стаки сделать, но их пудж может забрать в определенный момент. Не хотелось бы. Лучше без третьего, можно убить его. Окей, сейчас иду. Эй, хватит меня клевать, дурашки. Осторожно, Варлок. Ага. Я осторожен, молодой. Тусуемся тут? Неприятненько получилось. Все, БХ, блядь, начал нахуй у него страдать, блядь. А ну нахуй, да ну нахуй, просто, блядь. Угу. БХ у нас на линии. Скоро 9-я минута, да? Блин, так-то и отойти хочется, и нельзя. Ха, ушел. Силы света укрепили свои сооружения. Так, стакнуть надо, да? Опять низ не стакнулся, да? Да. Ну да ладно. Блять, у них вижен, походу, там. Я не успел убрать. Ладно. Все равно надо тусоваться около Войда. Без него мы не выиграем. Thank you.
Не хотелось бы умирать. Но я умер. Прикол. Ой, какой ужасный звук. Сейчас. Оп, замутил. Все равно нихера не понимаю, что он вякает. БХ нам всю линию испортил. Мудила. Если бы не пришел, все нормально было бы. Да. Ебучий БХ. Он 9 уровня. Прикольно. Прикольно. Ничего не скажешь. Значит, смерть уже близко. Угу. Ой-ой, вы чё деретесь-то? Дурашки. Так, сюда может кто-то прийти, по идее, в теории. Но нет, не придут. Пойду вижен там поставлю. По-хорошему. О, не травочка. Нет, оставлю кому-нибудь другому. Вдруг пригодится. Есть ТПшка вниз. По идее. Их тут двое. Окей. Алина, это кто? Поддержка, я так понимаю. Да. В пизду, короче, больше я не высовываюсь один. Сколько я уже помер? 4 раза. Да я знаю, а толку-то, блять. Этот фармит. Этот фармит. У этих пиздец какой-то на линии. БХ всех убивают. Там сям. Ладно, тут подформим, там подформим, здесь вышку добьем и нормасик, да? Вот все, мы пойдем. Нижняя башня противника разрушена. Тут я не... Помощь будет? Походу, помощи не будет. Я иду с куполом. Я не вижу никого. Где-то съел.
Нахуй мне на ТПЛ, если я в тройке качался, блядь. Так, вижон надо ставить везде, да? Заебись. Никто, короче, контроля не дал, я бы мог дать голема, и было бы все лучше. Блять, опять я без опыта сижу, да? 5 смертей. Говно. Центральная башня противника разрушена. О, хочу. Сейчас вижен проставим. Блять, как же легко меня убивают, просто пиздец. Угу. Походу я теперь хочу Айон. Меня заебала эта белочка, сука, сдохни нахуй, мразь ебаная. Ой, осуждаю. Мразь это ёбка. Съебала на мне, блядь, съебала эта белочка. Угу. Вот это я хочу, конечно. Один такнул, другой заблочил. Ну да, хуйня получилась. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Угу. Ну ничего, ничего. Вот это подформим. О, вижу пуджа. Все, можно толкать линию. Нельзя. Заебись. Ой, блядь. Веселая игра с БХ будет. Ладно, буду со всеми теперь держаться. Подфармить мне вряд ли дадут. Спокойно. Уроды. Сволочи.
Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Да, 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 8 смертей. Как же быстро меня убивает БХ. Я ебал. Вашу нижнюю башню атакуют. И ничего не сделать, да? Наших всех перебили, окей. Вашу нижнюю башню атакуют. Шишки вроде поплотнее. Буду их бить. Вашу верхнюю башню атакуют. Угу. А он уверен, что он туда хочет пойти? Так, окей. Надо досты купить. Драка. А теперь свалить надо, да? Рошана мы не убьем? У нас дэмэджа ведь нет, да? О, Рошу заберем сейчас. Вышку забираем на Рошу сразу. Центральная башня противника разрушена. Хорош. Верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена.
по низу пошли, то два заберем. Угу. Как липу сейчас убьем кого-нибудь? Да, толкай лучше пачку дальше. Ну я срезал в принципе там. Да, не-не. Угу. Это бутафорская белка. Вашу верхнюю башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Окей, айончик летит. Let's go. Обнови, Магнус. Спасибо. Да чё я нажимаю-то, господи. Отходим? Давай выйдем, поверх пройдем. Для уверенности. Угу. Да они, блядь, сейчас будут пиздеть и в итоге будут мешать. Да-да-да-да-да, так и будет. Угу. Особенно белка. Не дефа это. Пиздобовый-то, а? Вышку-то, может, добьем? Ребят, не хотите? Дурашки. Пусть убьют, пусть убьют, пусть убьют. Здесь смогут, конечно, блядь. Дурашки. Даже, блядь, ничего не нажимал, блядь, убил буржа. Ну да, ничего не нажимал. Я голема только скинул, да?
изейшая получается, да? Спасибо за игру, парни. Да, хорошо поиграли, нормально. Тильтовал я, правда, много из-за пуча. Но это же пуч. Бесячий. Эх. Так. Как назад сделать? Окей, окей. Ну-ка глянем статистику. Маловато лечения. Ну да ладно. О, закидали-то. Окей, окей. Ладненько. Ага. Господи, кто это? Ладно, на этом все.